ли ты улыбаешься? И что чаще всего тебя заставляет улыбаться? Солнечным человеком меня назвать, конечно, очень сложно, но улыбаюсь я довольно часто. Любая мелочь может вызвать мою улыбку. Какие качества в людях тебя расстраивают? За довольно недолгое время я поняла для себя то, что меня расстраивают лживость и недосказанность людей. Я очень эмоциональный человек, и меня очень легко этим погнать в депрессию. О чем я мечтала 10 лет назад? Я мечтала о собаке и о собственном приюте. Сейчас я учусь на ветеринара. Я успела побывать волонтером в обществе защиты животных. И, можно сказать, у меня был собственный мини-приют. Сейчас у меня уже несколько животных, их намного больше, чем я мечтала. Но я довольна. Согласна ли ты с тем, что людей нужно принимать такими, какие они есть? Я думаю, что да. Каждый человек – это личность, и принимать нужно человека со всеми его достоинствами и недостатками, или же не пускать в свою жизнь вовсе. Почему ты достойна победы? Я не считаю, что именно я достойна победы. Все девушки невероятно красивые, талантливые, и мы уже победительницы, то, что пришли сюда.